Это «Давеча», продолжаем выпуск. Город Киров продолжают раскрашивать в цвета дымки. На этот раз преобразился вход в парк имени Кирова на перекрестке улиц Горького и Азина. Сегодня организаторы проекта, который так и называется «Раскрасим город в дымку», презентовали свою работу. На встрече они рассказали, что цвета такие были выбраны не случайно. Дымка – это вятский бренд, который создавался на протяжении 400 лет. С его помощью Киров приобретет свое лицо среди других городов России. Напомню, ранее активисты также раскрасили подземный переход на улице Воровского и надпись «Киров» при въезде в город. Сейчас в разработке находятся еще несколько проектов. В ближайшие годы в дымковском стиле планируют раскрасить несколько домов на улице Комсомольской, на Октябрьском проспекте и главную лестницу у цирка. Мы можем сколько угодно спорить, там, дымка – это прошлое или будущее нашего города. Мы можем сколько угодно обсуждать, какой у Кирова бренд, но я боюсь, что от этих обсуждений, в общем, ни привлекательнее город не станет, ни комфортнее. А когда появляется инициатива сделать наш город красивым, удобным и приятным не только для нашей жизни, но и для тех, кто сюда приезжает, такие инициативы, несомненно, надо поддерживать.